Завела тебе блокнотик, в котором мы с тобой будем следить за твоими результатами. Подписала, списала твои параметры, рассчитала коридор пульса, про который мы вчера говорили. Дальше. Рассчитала тебе уровень женского метаболизма, сколько тебе калорий на данный момент, соответственно, данным параметрам, сколько ты весишь сейчас, чтобы разогнать твой метаболизм, чтобы процесс похудения пошел. Рассчитала в зависимости от исходного количества калорий, сколько должно быть затрачено на белки, жиры, углеводы и в калориях, и в граммах. Рассчитала количество воды, объем, сколько тебе нужно выпивать, если в расчете там 250, да, 40 миллилитров на килограмм веса и разделить на 250, примерно там 15-16 стаканов, но это очень много. Постепенно будем привыкать к достаточному количеству воды, чтобы разогнать наш метаболизм. Все, про кардио. Любую тренировку, независимо силовая она или кардио, нужно начинать с кардионагрузки. У нас представлен, ну, небольшой, но все-таки ряд кардиотренажеров. Это беговые дорожки, эллипсы, белые канавы. Сегодня мы начнем кардиоразминку с дорожки. Пройдем со скоростью там 3,5-4 км в час для разогрева. 10 минут, чего будет достаточно, и пойдем на силовые. Два, три, четыре, молодец, пять, шесть, семь, восемь, девять, носочек тянешь, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, носочек тянешь, 18, 19 и 20. Молодец, ножку перед собой поднимаем, правую, 1, 2, 3, 4, силы есть, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Все, заканчиваем. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. С ковриком у нас сегодня закончили. Дальше мы будем с тобой растягивать внутреннюю поверхность бедра и учиться правильно приседать. Тренажер грузоблочный, вот эти вот штучки, кирпичики, называются грузоблоки. Важно работать в нем правильно так, чтобы грузоблоки во время работы не касались друг друга. То есть то, что ты сводишь, своди сейчас, грузоблок поднялся, опускаешь, грузоблок не должен касаться предыдущего. Тогда мышцы под постоянным напряжением. 3. Мы заканчиваем тренировку кардионагрузкой. А на тренажере точно так же, как и начинали. 15 минут ходьбы. Конечно, между этими 15 минутами это был ужас. Это было просто невыносимо. Татьяна выжила из меня все соки. Но, вы знаете, я даже очень удивилась, что я это сделала. Потому что для меня это просто нереальная нагрузка. Пульс у Натальи в норме. Входит в диапазон нашего пульса для жиросжигания. Тренировка прошла успешно. Дальше молодец. Ну и, конечно, на завтрашний день мне уже предупредили, что у меня будут завтра болеть ножки очень сильно-сильно. Но я все-таки планирую прийти завтра на тренировку. Поэтому я с вами прощаюсь только до завтра. С вами была Наталья Мизорова и наш проект «Снижаю вес» к Новому году, 2015-му. Я думаю, что я выдержу. Всем пока-пока!